Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу». С вами Ольга Алексеева. Сегодня у нас в гостях уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике Александр Рыбаков. Александр Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Переход на новый порядок обращения с твердыми коммунальными отходами, так называемая мусорная реформа, коснулась и предпринимателей. С какими вопросами к вам обращались чаще всего? Расскажите, пожалуйста. Да, действительно, в последнее время мы зафиксировали некоторое количество обращений, которые были связаны с неправильным, по мнению предпринимателей, начислением платы за вывоз ТКО. Мы разъясняли о том, что есть 505-е постановление о коммерческом учете, и там, значит, предприниматель может выбрать, по какому варианту ему платить. Значит, по нормативу, либо по площади. Поэтому те предприниматели, которые могут обеспечить, значит, установление отдельного контейнера, а также сделать так, чтобы туда больше никто не мог бросать мусор, то, соответственно, он может просить, вернее, даже требовать от рекоператора заключения договора на вывоз по факту образования этого контейнера. Значит, в случае, когда рекоператор отказывается, то есть есть так называемый претензионный порядок, предприниматель может обратиться к рекоператору или к нам. Значит, в случае, если ему отказывают, то, соответственно, мы можем помочь ему обратиться в антимонопольный орган. Соответственно, в границах нашей территории антимонопольный орган является, значит, специальным органом, который осуществляет контроль за субъектами монополистической деятельности. То есть в наших границах рекоператор – это монополист, и, соответственно, он подпадает под контроль антимонопольного органа. Такие у нас успешные, значит, прецеденты были. Ну и, как правило, предприниматели добивались перерасчета по выгодному для них, получается, тарифу, варианту. Сейчас на сайте рекоператора, значит, есть специальные такие столбики, там видно, значит, как заключить договор юридическому лицу, физическому лицу, управляющей компании, индивидуальному предпринимателю. Там есть инструкция, там есть шаблон договора. Если непонятно, то можете обращаться к нам, 64-22-63. Будем разъяснять, если надо, выйдем вместе. Вот буквально недавно мы с представителями рекоператора провели такое большое совещание, в том числе с участием глав поселений, значит, и обсудили все вопросы. Приняло порядка 40 человек. Участие очень продуктивно. Действительно, вопросы, ну, они в основном маленькие такие, которые касаются структуры отходов, графика, системности вывоза. Ну, тем не менее, беспокоит. Да. Угу. Ну, в основном, в принципе, вопросы решаются. Сейчас вопрос касается именно уже деталей. Ну, хорошо. С мусорной реформой все более-менее понятно. Еще один вопрос, который беспокоит предпринимателей, наверное, это было всегда и сейчас тоже, это административное давление на бизнес. Какова ситуация с проверками в Чувашии вот сейчас? Вы знаете, не так давно президент нашей страны на питерском форуме как раз и отмечал, что вот задача государства в том числе снизить это давление. Ну, там вот в том числе, значит, приводилось, и он приводил лично, значит, поручение о том, что с 1 января 2021 года все старые акты, значит, избыточные требования, которые проверяются при контрольных мероприятиях, они должны быть признаны утратившими силу. Работа эта действительно начата. Что касается именно давления, то у нас действительно снизилось количество плановых проверок. Сейчас эксперты отмечают рост неплановых. Но в первую очередь ими берутся во внимание те проверки, которые проводятся контрольно-надзорными органами по обращениям. Вот нас беспокоит случай, когда часто или необоснованно, как мы говорим, возбуждаются административные расследования, потому что в больше половины случаев по результатам расследований, как правило,
выносится постановление о наложении штрафа. Но, тем не менее, значит, есть специальная норма в КоАПе, которая говорит, что для малого бизнеса штраф может быть заменен и предупреждением. То есть и из этой ситуации есть выход. Самое главное, значит, правильно сориентироваться, понять, какие способы защиты есть. Если уж так случилось, что предприниматель виноват. Вообще, эта реформа контрольно-надзорной деятельности, она достигла своего результата, как вы считаете? Ведь, как говорили, минимизировать взаимодействие с бизнесом, но при этом повысить эффективность контроля. Савва Шипов говорил, замминистра экономического развития страны. Ну вот мы сейчас отмечаем, что надзорные каникулы действительно показали свою эффективность. А второе, что мы увидели, рост внеплановых проверок произошел, мне кажется, из-за того, что был введен рискоориентированный подход. Вот этот рискоориентированный подход, он только сейчас начинает действовать. Как вот мы обсуждали по первому вопросу, так же и здесь. И сейчас контрольно-надзорные органы, они тоже вот смотрят, как его выстроить. Потому что вот даже вот взять Роспотребнадзор, они обязаны реагировать на жалобу... Поступившую, да, в любом случае, на поступившую. Да. То есть, или, например, это касается тех же органов МЧС. Ну, вот, например, мы всегда приводим в пример органы МЧС, которые в 6 или даже в 7 раз снизили количество проверок. Плюс у них, значит, в результате надзорных каникул они перестали проверять малый бизнес. Или мы говорим о том, что количество налагаемых штрафов уменьшилось. Мы сейчас вот в первую очередь тоже вот обращаем внимание, в случае, если штраф для предпринимателя большой, то есть мы идем в суд, конечно, нагрузка есть на суды. Мы это понимаем, но это тоже одна из мер защиты. Если предприниматель не согласен, либо он полагает, что нужно снизить, и санкции конкретной статьи допускают это, или, возможно, прекратить дело за малозначительностью. И такие варианты есть. Прецеденты были? Да, поэтому предприниматели должны здесь действовать наступательно. Все, что положено, значит, все, что может помочь им, они должны использовать. Ну, а мы, соответственно, будем помогать им в этом. Потому что есть такая проблема – нехватка информации. То есть многие просто не знают, куда обратиться, где узнать эту информацию, чтобы правильно ей воспользоваться. Да, действительно. Но многие ведь видите, что не обращаются к нам, потому что они полагают, что могут разрешить ту или иную конфликтную ситуацию при проверке. А потом уже когда... Или нет выхода согласиться с ней, например. Ну, может быть, те, которые считают, а вот ничего не получится, действительно не знают. Я вот тоже вот обращаюсь к зрителям, хочу сказать, посмотрите на сайтах контрольно-надзорных органов чек-листы. Чек-листы были специально сделаны для того, чтобы предприниматель мог себя проверить самостоятельно. Вот, например, если у вас кафе, ресторан, общепит или, например, деятельность, связанная в торговле, вы можете ответить на эти вопросники и понять, где что у вас не выполняется. То есть, например, количество мест, значит, на парковке для инвалидов, знак курения, отдельные входы, значит, сколько у вас помещений, значит, которые непосредственно направлены для, значит, приема посетителей, отдельно для персонала, количество, значит, раковин. Там все подробно расписано. То есть просто самопроверив, ты можешь понять, где я нарушаю. Потому что если не ты ждать где-то... проверки. Совершенно верно. Устранить самостоятельно. Ну и можно просто посмотреть себя в реестре. То есть на сайте прокуратуры Чувашии есть вводный реестр проверок, а вы можете понять, когда примерно вы включены. Ну и, соответственно, вот рискоориентированный подход, мы говорим, если у вас категория низкого риска, это значит, долгое время не придут или вообще не придут, если не будет. Ну, лучше соблюдать, наверное, не ждать, пока придут или не придут. Лучше знать, конечно, чтобы все тот, было кто, соответствовало требованиям. Тот, кто знает, тот вооружен, конечно. Хорошо. Какие предложения интересные поступают к вам от предпринимателей? Обращаются к вам? Ну вот в последнее время хочу вот тоже, пользуясь возможностью, сказать, к нам начали обращаться предприниматели, в основном крестьянско-фермерские хозяйства, по поводу организации или, так сказать, чистки прудов. Нам
очень нравится, что предприниматели думают, болеют за свое родное село. И вот недавно на заседании Кабинета министров глава Чувашской Республики одобрил возможность выделения денег, значит, на очистку прудов, на создание пожарных водоемов, ну и, соответственно, на разведение рыб, так называемая аквакультура. 85% значит, расходов берет на себя государство по линии Минсельхоза Чуваши, 15% населения и бизнес, поэтому здесь бизнес может сыграть ключевую роль. И, соответственно, предприниматели задают вопрос: рядом с моим селом есть пруд ничейный, как быть, что я должен делать? Значит, договор водопользования в соответствии с водным кодексом не заключается. Необходимо написать заявление в поселение, значит, о том, что вы хотите, чтобы вам был предоставлен, значит, часть земельного участка, на котором располагается пруд, на праве аренды либо собственности. Поселение выясняет, значит, кто является собственником, то есть является ли распорядителем здесь местная власть, региональная либо федеральная власть, и, соответственно, уже потом, значит, если ты оформил собственность или оформив аренду, ты можешь начать вместе с поселением работы, связанные с тем, чтобы его почистить, запустить туда рыб, аквакультуру, поставить элементы благоустройства, отдыха, ну и, соответственно, ряд других гидротехнических даже мероприятий. Я знаю, уже несколько таких примеров на территории республики реализуются. Очень хорошая возможность, и думаю, что вот эта вот тема, ну и мы будем себя обеспечивать рыбой, ну и, соответственно, создавать безопасные места для купания, и чтобы пожарная машина могла подъехать, если, не дай бог, так случится. Ну и, соответственно, мы еще больше, значит, таких мест благоустроим во благо жителей нашей республики. Что ж, на этой хорошей ноте, наверное, закончим нашу беседу. Спасибо вам большое, что пришли. Очень много полезной информации. Приходите к нам еще. А с вами прощаюсь. До свидания. Спасибо. До свидания.